футболисты итальянского «Наполи» провели тренировку накануне предстоящего ключевого матча четвертого тура Лиги чемпионов с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Две недели назад команды сыграли в Париже в ничью со счетом 2-2. Мы относимся к ним с большим уважением, ведь они в самом деле очень хороши. Наше выступление в Париже придает нам уверенности, но не отменяет того факта, что для нас это будет очень трудный матч. Игроки Пари Сен-Жермен тоже готовились к состязанию, в котором им очень важно одержать победу. В случае проигрыша команда окажется в непростом положении за два тура до финиша группового этапа. Во вторник в группе С сыграют также сербская Црвена Звезда и английский Ливерпуль. В группе А сразятся Атлетико Мадрид и Боруссия Дортмунд. Матч пройдет в испанской столице. В группе Б Интер примет Барселону на стадионе Сан-Сиро в Милане. В группе Д московский Локомотив выступит против Порту на португальском стадионе Драгао.